Журналисты искали героя для статьи. Кто-то прислал по почте газетную вырезку. Предлагает отправиться с ним в прошлое. В какое время ты хотел бы попасть? Герой оказался парень не промах. Почему ты хочешь в прошлое? За мной охотятся. Откуда мне знать, что вы не от них? Я никогда ни на кого не работала. Время движется в обоих направлениях, как воронка. Вот только в дело вмешалась любовь. Да, я знаю, что он псих. Совершенно сумасшедший, я знаю. Безопасность не гарантируется. Мелодрама на Юргене.